Всем привет! Кому-то добрый вечер, кому-то утро, у кого по-разному. Я сегодня веду свой репортаж из леса. Последние мгновения марта. Погода наладилась, потеплело уже достаточно хорошо. В лесу появилось больше зелени. В лесу началась новая жизнь. Много птиц, много животных. Все цветет, пахнет, поет. А мы продолжаем искать сморчковые грибы. А это сморчковая шапочка и сморчки. Сморчки нам пока не попадались, но попадаются сморчковые шапочки. Пока их время, пока их сезон, мы и собираем. Ну а помимо этого соберем еще, конечно же, всякую лесную зелень. Что получится сегодня из нашего поиска, я пока не знаю. Нашла я пока только один сморчочек, и мы идем искать. То есть начало положено, грибочек есть в лесу, поэтому идем смотреть. Наши первые грибочки сегодня. Сморчковая шапочка. Вот такая вот свежая, маленькая. И очень-очень вкусная. Берем. И тут же в зарослях рядышком совсем подсушенные две еще крошечки. Вот они. Два подсушенных грибочка, сморчковая шапочка. Они совсем-совсем молоденькие. Смотрите, совсем размеры какие. Но они уже подсыхают, потому что им не хватает влаги. Этот прям отломался. Такие вот, ну совсем малыши-малыши свеженькие. Совсем не прятался. Торчал из листвы. Но этот уже покрупнее экземплярчик. Вот так вот не забудешь поклониться каждому грибочку и находишь вот такие вот экземплярчики. Просто прелесть. Малыши, свежачок, сморчковая шапочка. И вот такая вот одна шапочка, уже она прям выросла, прям огромная, ее никто не нашел. И она уже подсушилась. Смотрите, какой размер. Вот этот размер хорошенький. Мы, конечно же, берем этот экземпляр с собой. Смотрите, как они прячутся под палочкой. Совсем вот такие вот крошечные, но очень свежие. И вот рядышком тут еще один. Пока не поклонишься одному грибочку, не увидишь другие, правильно говорят. Этот уже покрупнее, шапочка у него посочнее. Такая кучерявая, красивая. И вот я покосила, я еще один нашла. И еще второй сейчас покажу вам. Вот такой вот. Смотрите, как он ловко спрятался. И такой уже прям крупненький на сегодняшний день. Один из крупненьких. Ой, отличная белая такая ножка светлая в пупырышках. Да, такой гриб ни с чем не спутаешь, ни с каким другим. Вот так вот ловко и незаметно прячутся те ребята. От нас, от грибников. Видите, маленькие. Но мы их находим. Представляете, как пахнет? Прямо аромат грибной-грибной. Порывшись в листве, можно найти вот такие вот шапочки. Пока что, правда, шапочки, потому что ножек у них почти нет. Они молоденькие, свеженькие. Вот они эти полянки. Одна шапка. И рядом с белой ножкой вторая. Красота. Ой, запах какой пошел. Обалдеть. Ах, пахнет бомба. И вот она еще одна. Маленькая-маленькая шапочка. Сморчковая. Свежачок берем, настроение сразу улучшается с количеством грибов. Обалденно. Очень много их, и они сегодня прячутся как никогда. Вот они, красавцы. Едва-едва заметно на солнышке. Если бы солнышко не посветило, наверное, было бы незаметно.
И они прям совсем, ну, крошечные, прям маленькие. Заметить их, конечно, крайне сложно. А здесь мы во враге, ну такая большая попалась, даже подсушилась уже немножко. Но размеры уже прям впечатляют. Вот что значит, ее никто не нашел. Класс. Их действительно здесь очень много. Смотрите, столько много здесь, они все подсушенные. Здесь на бугорке светит солнышко сильно, и они просто высыхают. Вот они, прям сушеные уже. Какая! Размеры, конечно, впечатляют. Но подсушенные. А здесь экземпляр. Просто бомба. Смотрите. Обалдеть. Слушай, ну, немножко белая, хорошая такая. Хороший грибочек. И замечательные два братика. Отламываются, конечно, легко. От своих ножек. Маленькие совсем, свежие. Как она лихо пробивается сквозь эту травку, не успевая вырасти, просто присыхает. Там еще, по-моему, чуть-чуть маленький малышок пролез. Это вот одна, и рядышком здесь еще одна, вторая. Их очень трудно заметить, потому что, видите, совсем-совсем только краешек мы видим из мха. Вот она, красавица, пробивается. Свежая. Только я одну выкрутила, поворачиваюсь и смотрю, еще одна лезет. Красивая уже такая, яркая. А это прям совсем поникла уже. Она так легко отламывается, ее можно даже не срезать ножом. Она от ножки хрупкой просто отламывается с легкостью. Ну хороший грибочек, это тоже возьмем. Они прям свежие. Стоило мне отойти от камеры и корзинки, как они сами начали бросаться мне под ноги. Представляете? Вот, пока вот вам показываю, заметила еще один. Спрятался в траве. Видите, они уже и в траве прячутся, не только в листьях. То есть их уже искать намного сложнее. Вот они, красавчики. Чуть-чуть подсушены, но хороший экземпляр, крупненький уже. Ура, товарищи, ура!
Трава прям такая высокая-высокая. В ней искать сморчки и сморчковую шапочку еще сложнее, чем обычно. Лес просто преобразился. Живности стало намного больше в лесу. Но так как сейчас сухо, дождей нужно ждать. Тогда уже будут грибочки. Грибочков не очень много, но они есть. В этом году, конечно, сморчковая шапочка нас не балует так сильно, как в прошлом. Но, тем не менее, сегодня, в принципе, свои грибочки мы нашли. Мы нашли сегодня сморчковую шапочку. Попадался муэр в сушеном виде, то есть наш древесный гриб. Аурикулярия уховидная. Мы ее тоже взяли, дома размочим, и будет вкусный салатик. Взяли немного крапивы и взяли немного щавля лесного. Тоже дома пригодится. Такой вот вышел у нас улов сегодня за два захода. Буквально за несколько часов. То есть вот за два часа по лесополосе прогулочка вот такая вот дала свой результат. Ну, в принципе, для нынешней погоды, для нынешней засухи, когда не хватает дождей и грибов в лесах и посадках вообще, с десяток и обчелся, вот этот улов очень даже считаю хорошим. Поэтому будем надеяться на дождь. Всем пока!